Сегодня мы снимаем летнюю обложку, она будет в таком историческом стиле Марии Антуанетты, но в современной интерпретации. Девочки будут такие модные тинейджеры, но с намеком на историю и вот на эти высокие прически. Я говорила, кем я хочу стать стилистом. Почему? Мне нравится, я с детства хотела. Одевать нравится и меня, и саму себя, и детей. Как ты думаешь, в чем сложность работы стилиста? Ну вот, наверное, пожелания все собрать, чтобы всем все понравилось. Из именно образа мне нравится одежда. А вообще мне нравится общаться с стилистом нашим новым. Всем привет, меня зовут Алина, я стилист журнала «Стайль Дети». Сегодня я стилизовала съемку в стиле Марии Антуанетты. Мы решили отойти от канонов и сделать съемку менее тривиальной, соединив историзмы и современные реалии. Высокие пышные прически, окрашенные волосы под парик переносят нас как раз в 18 век, а бомберы, теннисные юбки, гольфы, кеды как раз возвращают нас в наши современные реалии. Сегодня очень довольно доисторическая съемка, как будто мы попали в прошлое. Что тебе нравится? Что такие классные наряды. Если бы у тебя была возможность стать кем-то из членов команды, то есть фотограф, стилист, визажист, либо видеограф, кого бы ты выбрала? Фотограф. Почему? Ну, потому что люблю фотографироваться и фоткать. Так, а что для тебя было сегодня самым интересным? Какой будет зал, например, и еще какая будет тематика. То есть для тебя это было сюрприз? Да. Так, ты у нас второй раз, да? Да, второй раз. Почему вернулась? Понравилось. А ты знала тематику сегодняшней съемки? Нет, то есть для не тебя знала. Это тоже было сюрпризом? Да. И какова реакция? Отлично. Мне нравится образ и макияж. Если бы ты могла быть кем-то из членов команды, то ты бы выбрала... Визажист. А почему? Ну, потому что люблю красить. Людей. Кого ты красила? Маму. Красила? Она довольна осталась? Да. Что для тебя было сегодня самым интересным? Какая будет прическа?